Всем доброго трямса, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в игрушку «Спор». Блин, черт, я тут забрался случайно. Да, игру лучше не сворачивать, а то можно провалиться куда-нибудь под землю. Эту серию я снимаю вслед за предыдущей, поэтому пока не знаю, как и что, в общем-то, воспринято, да? Так, вот и дубину можно взять, и можно ее, кстати... Так, можно пообще... А, можно отдать, да, кому-то дубинку? Прикольно, и они ее положили. В общем, ребята, не обещаю, еще раз говорю, вам сезон по этой игре, потому что пока не знаю, как она будет воспринята вами. Господи, слушай, союзников здесь, по ходу дела, искать такое себе занятие. Придется их всех изничтожать. Придется всех изничтожать. Залп. О, у него тоже 12 хп. То есть еще и бегает дофига быстро. Так, ребята, а вы впишетесь в блудень или нет? Да не буду я сейчас спариваться, мне сейчас не до этого. Немножечко, как минимум. О, они все налетели на него, короче. Они все на него налетели и отняли у него перцехват. Господи, я думал, я один такой извращенец, называю как-то непонятно этих товарищей. Но кто мог придумать перцехват? Это я даже стесняюсь спросить, для чего нужен такой девайс? Видимо, для чего-то очень нехорошего и болезненного, скорее всего. Вы куда вздриснули-то? А мы вождя завалили, похоже. Мы завалили вождя, и поэтому они попытались сдриснуть. Наверное. Я хочу побыстрее развиться до 100. И, по-моему, здесь можно будет брать с собой еще компанию наших друзей. Но для этого надо прокачаться. Надо больше мозгов, больше золота. Да ты уже подыхай давай. Еще одного надо завалить. И в общем-то, все. На этом мы с вами продвинемся дальше. Нам дадут много ДНК. Двадцаточку целую. Можно горячими клавишами, но горячими клавишами мне, честно говоря, не сильно нравится. Погоди, да надо было не перепрыгнуть. Вау, слушай, мне тут даже и участвовать ни в чем не надо. Оу, мы стали крутые. Я понял, что у меня есть мозг. Да. Также, ребята, не забывайте, пожалуйста, у нас есть ссылочка на расписание выхода роликов на канале. Заглядывайте туда, ссылочка есть в описании под видео и есть в шапке канала. Сила мозга. Существо стало умнее и освоило новый навык. Теперь оно может создавать стаю. Существа из стаи помогут вашему созданию сражаться с врагами, заводить новых друзей. Господи, что у меня с дикцией случилось? Место в стае есть, одно свободное. А... Да, ребята, у меня точно какие-то проблемы. Сейчас в стае есть одно свободное место. Пообщайтесь с дружественным существом, и оно присоединится к вам. Можно, как я понимаю, и своих набирать, и можно врагов тоже к себе присоединять. Так, погоди. А что со мной? С героем никто не хочет спариваться? Ну и фиг бы ты с вами. Короче. Ладно, давайте мы тогда просто с вами пообщаемся. Пообщаемся, я сказал. Вот с этой фигней я на самом деле еще не разобрался. Давай, я станцую тебе. Посмотрим. Нет, танцы, видимо, он не очень хорошо воспринимает. Надо было что-то другое попробовать. Нет, мне это не нравится. Мне это не нравится. Давай еще раз. Стой, стопэ. Ты мне нужен в стае. Так, это у нас, как я понимаю, позирование. Мы так тоже умеем. И чувачок сейчас к нам в стаю-то примкнет. Да. Молодец. Сиська трах, в смысле сиська дав и сиська брос, да. А теперь идет с нами в стаи. Вау, нифига они отжигают. В стае пополнение. Поприветствуем вновь прибывших. Охота, пение, танцы, существа из стаи будут все за вами повторять. Кстати, это получается, что общение, наверное, тоже будет проходить более грамотно, да? То есть мы сможем с вами... Господи, да что такое? Червяки всякие. В общем, я стал мега агрессивным, хотя на самом деле я хотел совершенно по-другому развиваться, я хотел дружить. Но вот как можно вот с этим дружить? Это же похоже на какого-то глиста. Это реально похоже на глисту. Ну-ка, огонь! Огонь! Блин, он сейчас атаковать его, скорее всего, будет по-другому совершенно. То есть вдвоем даже не самый лучший вариант получается. Его же сейчас завалит. Ну что? Ты понял вообще свою ошибку? Так, я надеюсь, что мы сможем его сейчас одолеть. Да, должны. Все, он сейчас от яда должен скопытиться. Есть. Живоглот мы получили. Это, как я понимаю, что-то типа пасти. Очередной пасти. Давай быстренько наедимся. Давай наедайся, тебе надо здоровье поправить. Нам еще надо как минимум двоих завалить вот этих вот живодристиков.
извините, брателлы, но эволюция к вам была очень злобной. Почему им нельзя приказать атаковать только с дальней дистанции? Было бы намного эффективнее. Так, минус один. Давай быстро перекусить. Перекусить? Куда ты пошел, блин? Мне сказали, что ты будешь повторять все, что я делаю. Иди сюда. Тут много всего вкусного. Тебе надо немножко пожрать. А-а-а! Где мои братья? Где мои сестры? Такой... И побежал в рукопашку. Ну почему нельзя издалека-то сидеть и спокойно поливать этих говнарей? Вот, все. Вот теперь можно реально заняться прокачкой. Тачка на прокачку. Погоди, а тут нету никаких скелетов в шкафу? Обычно около поселений вроде как должны быть всякие скелябрики, которые можно исследовать. Так, ладно, брателло, ты... А, это труп. Я с ним хотел поговорить. Пойдем на базу, мне надо спариться. Мне надо срочно спариться, и нам надо провести эволюцию. Так, кто там? Кто там? Где? Подожди, брателло, а ты где? Мы потеряли нашу стаю. А, нет, стая здесь. Все хорошо. В общем, не знаю, ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам эта игра в моем исполнении, хотите ли вы прохождение. Я просто вот сейчас записываю эту вторую серию и не знаю, правильно я делаю, неправильно, что записываю старую, совсем старую игру. А, кстати, все, можно было спариваться без зова. Меня и так хотят, я же национальный герой буквально. Я очень симпатичный национальный герой. А можно еще парочку таких же поставить? Блин, национальный герой. Так, блин, больно им быть. Однако. Но все равно радостно, что это все закончилось. Итак, у нас есть с вами 119 очков. Давайте посмотрим, во-первых, хавальники. Укус, пение. Так, укус у нас стал мощнее, да? То есть эту штуку мы можем, в принципе, с собой взять. Так, а что у нас есть еще интересного? Глаза. Червеглаз нет, это уж точно не то, что нам нужно. Кисти мы и так вам поставили. А, ножки. Вот, кстати, ножки, я не помню, какие у нас с вами ножки. Что не дают? А, фиг его знает, что не дают. А, присосец. Господи. Я даже стесняюсь спросить, зачем это нужно. Так, удар. Нет, удар нас не интересует. Можно ли поставить еще вот такую же штуку куда-то? Блин, ребята, не, я же не серьезно. Ну просто оно само туда просится. Я не виноват, оно само. Так, и что у нас еще здесь есть? Кокетство, второй уровень. Можем мы поставить такую штуку? Да, у нас добавляют. А вот если я еще ставлю? Еще такую же. Что-то поменяется вообще? Ничего не поменяется. Ничегошеньки у нас не меняется таким образом. А вот здоровица, я думаю, что поднимется, если мы, допустим, себе сделаем еще вот такую штуку. 19 здоровья у нас получается. Отлично. Вот это уже просто ракетная установка, да еще и летающая, ко всему прочему. Титькоброс, так и остается у нас титькобросом, потому что ничего у нас особо не поменялось, только бросательниц стало больше. И мы теперь обладаем навыком кокетства. В принципе, учитывая то, что я все-таки... А куда вы все собрались? Нас все бросили. Нас все... Пока! Ты нас достал! В смысле? Что происходит? Нас бросили. Папка! Папка! Почему нас бросили? Ну вот. Вот так всегда. Я надеюсь, стаю-то я хотя бы смогу создать. Так, кто-то мимо пробегал. Ваша стая переселяется на новое место. Следуйте за ней, чтобы занять новое гнездо. Нам еще надо старые изучить. Ага. Вот эти вот еще вопросики нам надо изучить, прежде чем двигаться дальше. Мини-карта поможет вам ориентироваться в пространстве. На ней обозначено гнездо вашего подопечного, места, где есть пища и направление миграции существ. А места, где есть пища, это в смысле другие создания. Так, чему ты нас будешь учить? Ага. Ты нас будешь учить кокетству. Ну, отлично. Мы умеем кокетничать. Я прав, папка? Да, ты молодец, сынок. Вот как все замечательно. И я резко стал прямо взрослым. Брателло, нам надо с тобой пообщаться. Мне надо тебя... А, подожди, у нас и так есть стая. Извини, брателло, я не буду с тобой общаться.
Пойдем проверим, кто есть там. Может быть, хоть где-то здесь есть более-менее нормальные товарищи, которые, с которыми можно будет дружить. Так, господи. Что-то вы какие-то... Что-то нам не везет с соседями, короче. Но мы у них хоть что-то притырили. Ага, глазики. Глазики. Ладно, давайте подружимся, что ли. Подожди, сейчас посмотрим, что за черти. Ну, здоровье так себе, бегать не умеют, тупые. Знаете что? Мне кажется, что надо сначала пробежаться, узнать, кто у нас там есть еще. Давайте ускоряемся. У нас есть бег. Правда, энергии надолго не хватит, скорее всего. Но таким образом мы хоть до кого-то доберемся. Рукопрыг. Так, погоди, а вот эти... Погоди. Кто там где рычит? Что вы за хренопотамы вообще? По-моему, они очень агрессивны по отношению к нам. А вот эти ребята мне нравятся. Они похожи на мумитролей. Ребята, привет! Привет, давайте мы вам потанцуем. Получится у нас с вами? Нет, по ходу дела танцы они не очень. Ага, то есть даже так. Позирование это было? Нет, им, по-моему, не очень нравится. Но мы тоже так можем. Но мы как-то отстаем, по-моему. А мы станцуем. Нет, на них это не действует. Да, все сбилось. Я вот не знаю, ребят, напишите в комментариях, надо за ними повторять или же как бы не обязательно. Так, с чего мы начнем? Ну давайте с пения. Может быть вам... Господи, это было пение, да? Ребят, простите, я случайно, честное слово. Давай точно так же сделаем. Ну, господи, сколько можно друг другу... Так, а давай кокетство. Нет, на них это тоже как-то фигово действует на самом деле. Короче, не получается заинтересовать этих балбесов. По-моему, они такие, блин, вы идиоты. А, подожди, лягушонок вожак третий уровень. Может быть, потому что, короче, да. Ладно, ребята, извините, простите. Плохо, что на карте, кстати, не показывают. Вот вроде как значок какой-то есть, но что он значит, непонятно. Так, господа, знаете что, валили бы вы нафиг. Сейчас я тебе покажу кузькину маму. Так, а я что-то не понял, а сколько я залпов по нему даю? У меня же титик-то много теперь. Ну, здоровья у них не очень много, так что, в принципе, я думаю, что мы с ними разделаемся без проблем. Давай. Ракетные установки к бою. Слушай, ну, он почти одолел нашего собрата. Собрат, надо срочно поесть. Кушай! Кушай, братишка! Тебе надо поправиться! Я тоже с тобой за компанию поем, чисто на всякий случай. Мне, конечно, не надо. Так, зрение с ресничками, понятно. Так, значит, нам надо добыть охоту еще двух этих балбесов. Тогда, типа, короче, мы станем круче. О, это вожак, по ходу дела. У него прям, смотрите, было хп много. Может быть, пойти в рукопашку его тоже побить? Потому что, по идее, в рукопашку мы будем больше дамага наносить. Ну, не то чтобы больше. Так, здоровье. Когтихлоп плюс здоровье плюс 3. Это хорошо, только, по-моему, на него надо 150 очков ДНК. Так, малыша мы трогать не будем. Я сказал, не будем трогать малыша. Мы не монстры какие-то. Давай, давай сейчас присоединимся тоже. Попинаем его немножко. Есть. 108 у нас ДНК. Ребята, вы куда улетели-то? Что происходит? И дальше мы идем на разведку. Узнаем, где что... Подожди, а там больше ничего нету? Я все забрал? А, не все, конечно. Вот у нас тут есть что? Полезная штукенция. Нам надо, короче, больше танцев, там еще какой-нибудь фигни. При помощи которой можно воздействовать мирно на этих всех товарищей, потому что я что-то со всеми разосрался. Мы тут уничтожим буквально всех или нас в результате уничтожат. Так, погоди, а что? Кто там?
Вы что за хрены с горы? Что-то они хотят от нас, по-моему. Извините, ребята, это я заберу. Тренок. Погоди, я не хочу с тобой драться. Давай с тобой, я тебя попозирую. Смотри, какой я клевый. А, ты музицируешь. Ну давай, я тоже помузицирую. Слушай, а им нравится? Им определенно нравится? Кажется, мы... Да. Так. Кажется, короче говоря, мы нашли товарищей, которые оценивают наши музыкальные таланты. Куда вы пошли-то, алло? Да дай ты попеть-то ему. Вот, блин, убегает. И убегает постоянно. Это что такое? Так, давай, танцуем. Танцуем, поем. О, отлично. Почти. Почти, но вряд ли. Да, что-то все провалилось, короче. Неудача, полная неудача. Да с тобой же у нас... Ой, это кто там вылупились? Энты, что ли? Брателло, погоди. Давай мы с тобой пообщаемся чуток. Или с тобой я уже подружился. Ладно, давай с тобой попробуем. Так, что ты там нам будешь... Что он делает? Кокетничает, что ли? Давай мы ему тоже пококетничаем. Вот. Мы с ними тоже подружились. Скорпион, а где вот еще найти скорпионов, чтобы с ними подружиться? Ну, в общем, если найдем, то будет все нормально. Так, ребята. Ребята, вы очень большие, я смотрю. Третий уровень тоже. Ну, давай попробуем потанцевать им. Может быть, они танцы одобряют? Что-то они, по-моему... Они пение одобряют. Но не наше, судя по всему. Так я не понял, это... А, или это у них танцы? Да уж, что-то как-то не очень у нас складываются взаимоотношения. Вообще не очень. Мне надо пение прокачивать. Ребят, можно я у вас пасть оторву? Походу, дела нельзя. Ладно, пойдем дальше. Посмотрим, может быть, мы найдем что полезное. Кстати, а у вас тут ничего нельзя притырить-то? Во, погоди. Что-то я здесь нашел. Что-то я здесь нашел полезное. Так, что это у нас? Нетопырух. Это, как я понимаю, замена нашим крылышкам, чтобы можно было прямо летать-летать, а не летать, как мы сейчас летаем. Недолеты какие-то сплошные. Короче, мы ни с кем не можем никак подружиться, потому что они все какие-то они все странные. Так, давай мы с тобой начнем с кокетства. Пококетничаем чуть-чуть. Не заходит, ребятам. Как я понимаю, каждой расе заходит что-то свое. Давай танцы попробуем. Танцы тоже им не заходят. Видимо, они какие-то высокоуровневые, скорее всего. Награда 70 ДНК. То есть они не хотят с нами никак водиться, потому что мы лохи просто. Мы недоразвитые балбесы, и плевать им на нас. Господи, что это такое там? Ну хорошо, давай мы тоже попоем. Но сомневаюсь, что вам это понравится. Во, а вот танцы... Нифига себе! Да мы просто лохи! Мы просто лошары абсолютные. Так, это кокетство явно. Да, посмотрите, сколько мы набрали и сколько они набрали. Это нереально, это фантастика, короче. Я понял, пойдем, брателло, нас здесь не любят. Ой, слушай, какие прикольные. Второй уровень, вот их может быть и получится. На самом деле, с ними может быть и получится что-то сделать. Да, смотрите, более-менее. Это что у нас? Это у нас кокетство, что ли? Эти чуть-чуть не добрали. Чуть-чуть не добрали, но есть шансы. А, или это танцы? О, отлично. С ними мы подружимся. Значит, нам дали здоровье, да? Кривулину. А, подожди, то есть за общение с ними нам тоже что-то дают? Давай потанцуем. Привет, брателло. Я знаю, что тебе нравятся танцы. А, блин, не то. Ему надо было пококетничать. Да, тебе... Я понял, что тебе не понравилось. Я постоянно путаю кокетство. Да. Вот этот звук, это кокетство.
Отлично. Нам надо еще с одним также подружиться. Ну давай, пококетничаем. Я знаю, что тебе нравится. А, вы петь, да, хотите? Давайте попоем. Нифига себе, у нас прямо вообще офигенно. У нас появился союзник! У нас появился союзник! Отлично! Еще, по-моему, у меня мозги появились, да? Ну, в смысле, их стало чуть-чуть больше. Чуть-чуть. Черт, надо будет скоро черепную коробку увеличивать, а то не поместится. Эй, какой красавчик. Ну, походу, дива, титьки вот эти вот отдельные добавлять бесполезно. Мозг — это сила, существо продолжает развиваться. Теперь в стае есть место для двоих. Интересно, а мы сможем двойной стаей побыстрее осваивать? Ну, как бы, вот, когда трое занимаются дипломатией, это лучше или нет? Погодите, секундочку. По-моему, с этими товарищами мы уже с вами встречались. Да, они явно знают нас, помнят нас. Ладно, это все лирика. Пойдем мы, наверное, на базу. Смотрите, у нас уже сколько здесь накопилось. Так, а вы чем занимаетесь? Здорово. Здорово, ребята. А вы как? Вы третьего уровня, понятно. Ловить там у вас нечего. О, меня здесь явно ждали. Меня здесь явно ждали. Всем привет, ребята. Всех приветствую, я так рад вас видеть. Вы себе не представляете, это было долгое путешествие. Вы нас всех бросили. Точнее, все нас бросили. Я узнал столько всего, но много нового. Вы заняли гнездо. Здесь будут появляться на свет детеныши. А до этого у нас гнезда типа не было, да? Так, значит, подожди. Давайте-ка мы сейчас побрачуемся. Я, правда, не знаю, с кем. Там кто-то со мной хотел, но теперь не хочет. А можно не я буду яйца нести, а? Вот, роднуля, можно не я? Я все понял. Я тебе и станцую, я тебе и спою. Только давай нести будешь яйца ты. Эх, господи. Ой, блин. Это все как обычно. Ой, по-моему, она другого цвета стала, или мне кажется. Ни хрена себе. Вот это я постарался. Итак, значит, какие у нас есть возможности? Меня интересуют в первую очередь хавальники. Так, пение все так же первого уровня. У нас вообще все фигово. А что у нас есть нового? Так, это зрение. Не знаю, имеет ли смысл. Это, в принципе, только меняет внешний вид нашего персонажа. А можно ли голову как-то расширить в стороны? Или нельзя? Наверное, нельзя. Лапища. Так, кисти. Позирование. Третий уровень. Ребята, а вот кисти, наверное, имеет смысл поменять. Давайте мы так и поступим. Хотя, погодите, давайте посмотрим, может, у нас там еще что-то. Танцы третьи. Да, ребят, значит, меняем кисти. И я крут. И меняем лапки. Теперь у нас, значит, танцы третьего уровня и позирование третьего уровня. И я прям крут. Здоровье плюс 3, костехлоп и кривулина. То есть, подожди, а сколько нам это добавит вообще? Ну, допустим, если мы поставим вот так вот, тридцаточку всего, да? А если мы вот те снимем... Погоди, давайте мы эти штуки поставим вот сюда. Это будут на локотнике. И нам не хватает очков. Ой, так, давайте вот эти вот боковые титьки, наверное, уберем. Теперь нам, кстати, все равно не хватает. Двух очков не хватает. Блин, вот зараза. Ладненько, но у нас есть 31 здоровье, это круто. Так пока и называемся, титькобросом. Может еще глаза поменять, в принципе, на какие-нибудь другие, или оставить эти же. Можете написать в комментариях, какие глазки ему бы подошли. И вот оно, первое потомство нового вида. Сейчас нам, наверное, будут чему-то учить, хотя вроде бы нечему нас особо учить. Нам надо сейчас взять еще кого-нибудь с собой в стаю. О, брателло, ты тоже молодой? Давай мы тебя тоже в стаю возьмем. Давай. Я сказал, давай пойдем. Пойдем со мной. Ага, это мы... Подожди, что-то я не понял. А что происходит? Почему я не могу в стаю еще одного брателло взять?
У меня нету индикатора. Может быть, он и есть в нашей стае? Окей, давай пококетничаем. Вау! Ты будешь с нами кокетничать? Ну, давай еще потанцуй. А, это он с нами, нам пококетничал, похоже. Ладно, все, стая у нас расширилась. У нас двое перцев с нами теперь. И пойдем мы наводить дипломатию. Кстати, там где-то должны были быть наши союзники, но что-то они никак не показываются. А ты что за нами следишь? Ты кто вообще? Ты чьих будешь? Не, ну ты симпатяшка на самом деле. Но правда, почему-то агрессивная. Ты чё, попутался что ли? Да мы тебя сейчас заколбасим просто в наглую. Они тоже плеваться умеют. А, что это было сейчас? Подожди, а почему меня куда-то заколбасило? Непонятно куда. Так, следующий. Так, по-моему, в результате этого сражения мы получим звездюлей, поэтому пора сваливать отсюда. Ай, ребята, там... Да почему ж вы не отступаете-то, идиоты? Так, слушай, а у него 4. Что за фигня? Так, не-не-не, уходим. Уходим, я весь в яде. Надо срочно улетать отсюда. Я боюсь, что я не дотяну до дома. Так, я зашел на посадку. Слушай, они возвращаются. Они возвращаются. Я в тебя сейчас плюну, козел. Ну, что происходит? На тебе, блин, гнида. Не брат ты мне, гнида. А за дерево нельзя укрыться, да, конечно же. Так, он сейчас придет сюда, и мы здесь устроим мясо просто, тотальное. Слушай, я ему проигрываю явно. Но зато у меня здесь есть лечилка. А, она не работает. Отлично. Мы потеряли половину стаи, короче. Лечилка, хпшечка, да-да-да-да-да-да-да, слава богу. Так, слушай, мы что-то там получили, удар с разбега, укус и пение следующего уровня. Еще 91%, так, 91 у нас есть, собственно, ДНК, да? Так, ну я отпитался, подружиться с ними не получилось. Ладно, родная, иди сюда. Сейчас мы попробуем, может быть, хаваник нам не дадут поменять, потому что там потребуется, скорее всего, значительно больше ДНК. Чем какие-то они агрессивные, товарищи. Надо будет попробовать навестить, может быть, кого-нибудь другого. Да хорош ты, блин. Можно какие-то... Блин, а... ладно, яйца нести. Хоть не живородящий, и то радует. Нельзя почкованием как-нибудь, а? Так, значит, тут у нас пение плюс 1. Но зато укус плюс 4. 150 ДНК. Да, ребят, копить нам и копить. Значит, мы ничего не будем делать с вами. Ладно, я все понял. Я все понял, папка. Мне теперь придется, правда, стаю заново собирать. А там кто у нас? Вот это кто такой? Жираф, вожак. Слушай, может, они хотя бы не сильно агрессивные. Третий уровень, вроде как и мы примерно. Это вот, хотя, подожди, а что значит уровни? Вот это второй, это, наверное, третий. Давай мы с тобой попробуем пообщаться. Кокетство. Это что сейчас было? Мы так тоже умеем. Да ты балбес. Да я балбес. Давай потанцуем лучше. Не угадали, да? То есть ты задаешь тон, что нам надо делать. Да что такое? Ты что, офигел что ли? Тут я вожак стаи. Алло. Я могу вот так вот. Так, окей. Мы так тоже можем. Что ты будешь нам показывать в этот раз? Ага, вот теперь кокетничать. Ну, так мы тоже умеем. Он не хочет со мной в стаю, потому что он знает, что те, кто ходит со мной в стаи, они как бы иногда отбрасывают копыта. Так, братишка, давай потанцуем. Ага. Ну ладно, не хочешь ты со мной танцевать, ну давай пококетничаем хотя бы. А вот этот вот явно хотел ко мне в стаю. Окей, значит, давайте навестим кого-нибудь из тех, с кем мы уже общались, может быть, не таких агрессивных. Так, а такие чьи... О, подожди, там большой прямо скелябрик. Так, алло, я тебя не собираюсь трогать, успокойся. Успокойся, и мне надо вот эту... Да чтоб тебя перекосило 3 раза и выплюнуло. Чё за дичь-то? Ай-яй-яй. Сейчас навык не готов. Да какой не готов? Да я сейчас сожрут нафиг.
Ай-яй-яй. Так, четверочка, четверочка. Давай залп. Еще залп. Есть. Этого одолели. По-моему, сейчас нам поплохеет, ребята. Хотя, может, и не поплохеет. Одного убили нашего. Подожди, ты куда стреляешь, балбес? А почему я в него не попадаю, или мне кажется? О, уходим. Уходим отсюда. Ай, ай, ай. Ой-ой-ой. Противотанковыми галсами не получилось, ребята. Ну что, ребят, наверное, на этом мы будем с вами заканчивать. Существо убили в бою, следите за здоровьем подопечного и не забывайте вовремя лечить раны в гнезде. В общем, жду ваших лайкосиков от лайков и ваших комментариев, от количества лайков и количества комментариев будет зависеть, будет ли дальнейшее прохождение по этой замечательной, но уже очень старенькой игре. Ну а с вами был Гриний, всего доброго, всем пока и отличного настроения. Пока-пока, ребята!